Здорово! Зрите, что делаю. Так, приготовились. Внимание, без предупреждения. В конце программы будет скетч про Минотавра. Бум! Видите? Всем мое шоу невозможно заспойлерить. Оно антиспойлерабельное. Так что наслаждайтесь без опасений. Сегодня в программе. Алкаш-медвежатник совершает дерзкий побег из-под носа полиции. Гламурный баран флиртует из окна своего внедорожника. Кролик селится в кружке кофе. Грязнуля распугивает рыбу. Мужик незаметно перебегает дорогу и многое другое. Итак, дамы и господа, приготовьте свои лотерейные билетики. Сейчас будет беспроигрышная лотерея. Цыганская рулетка. Хоп. Итак. Ек. Урматур. Гата. Хоп. Мама, бай, батюри, кумта цыган ось таку, кума на аре, бай. Начинай, как ва? Ультима фица. О, вот это я понимаю, сектор приз на барабане. Вы банкрот. Но он натурально, как злодей детишек на конфетке. Подсучара! Я ненавижу, блин. Ну а малые-то куда смотрят? Неужели не вдупляют, как во взрослом мире подобные дела творятся? Так им надо показать. Твою мать, у вас дилер есть, чтобы это делать на моих глазах. Уверен, что после этот себя мигом перестанет бессмертным ощущать. Хотя есть у этого жулика одно малюсенькое оправдание. Ведь благодаря подобной лотерее эти шкалеры не выиграют Певчанский. Какие вы молодцы! Ну и заодно получат урок на всю жизнь, как большинство лотерей в этом мире устроены. Что может быть проще, чем задуть свечу? Вот для пацана из следующего видео эта задачка все равно, что поступление в Гарвард. Ловким движением руки. Bist du behindert? Так, ну давайте признаем, что чувачел справился, и свеча погасла. Та-да! Другой вопрос, зачем это было делать именно так? Ведь задуть свечу можно и другими способами. Обязательно нужно дунуть, иначе чудо не произойдет. Хотя не, после такого и ДПСники тормознуть могут. Тогда делать. Ну а тёлка зря там охает. Страшно, очень страшно. Уверен, возьмись бы она за дело, то результат бы ничуть не лучше вышел. Мантиви, ну ладно, парень явно не из бедных. Так что сейчас пройдется до магаза и купит себе новый телеящик. Знаете, чтобы чувствовать себя крутым, не обязательно сорить деньгами и отдыхать на тропических островах. Главное — это состояние души. Гламурное парнокопытное. Simba texts me saying he wants to go see the ladies. Yeah, that's it. You make them jealous. He's a stunning bit of stuff, isn't he? Bless him. I'll just spend a day just chilling. That's it. You make them jealous. Эх, красава, сразу видно, всего сама добилась. И тачки, и крутых очков, и поездки с пацанами на шашлычки. Ай-яй-яй, что за прикидончик? Хотя, судя по ее истошному блеянию, она начала понимать, что главным блюдом на шашлыках будет именно она. И я даже знаю, как она в салон машины попала. Едешь со мной? Да. Не знаю, погуляем куда-то, покушаем. Едешь? Еду. Подожди, да, я тоже... А может, зря я все в чернуху свожу? Хрен его знает, может, парни реально на какую-нибудь сельскую пати едут и решили прихватить с собой подругу. Банька, парилка и горилка, водка и пивас, полный расколбас. В таком случае зря они это сделали. Не, ну ребятки, безусловно, весело время проведут. Но что насчет Бориса, который дома остался? Разве никто не подумал о его чувствах? Борис, кончай, Борис. Ну, многие люди боятся старости, и в принципе в этом удивительного нет. Но следующий видос докажет вам, что и в 80 жизнь может только начинаться. Ретро Лавелас. Большой. Пожалуйста. Дай Бог здоровья вам. Спасибо большое. А то я... трудно ходить, я уже... уже старик, уже 80 лет. Это не это, да, не шутка. Да, это не шутка, конечно. Не шутка. Но еще мужик, я чувствую, что еще хочется даже. Хорошо. Девочку такую, как ну, понятно. Вы. Но вы не дадите же бедному старичку. Да, нет, не дадим.
Что-что? Не дадим. Нет. Свои есть, кому давать. И за деньги тоже. И нет. За деньги не дадим. Ой, плохо, жаль. Ну ладно, что тогда сделаешь? Даже за деньги не дашь. Ну, хорошо. Ай да дед, ай да пройдоха. Он еще, небось, на VHS-кассетах учил молодых, как правильно баб пикапить. My name is Jacques-Luc Copy. I'm Swiss. I very like you. А начал-то как издалека. Трудно ходить, я уже старик. Затем приправил тонюсеньким намеком. Еще хочется даже. Хорошо. Девочку такую, как ну, понятно. Вы. И напоследок коронный похоронный. Не дадите же бедному старичку. Да, нет, не дадим. Ну как такому симпатюле отказать можно было? Не знаю. Но надо отдать деду должное, он умеет принимать поражение. Плохо, жаль. Ну ладно. Что тогда сделаешь? Даже если его бабка спалит, чем он в походах за хлебом занимается, ему наверняка найдется, что ответить. Плохо, жаль. Ну ладно. Что тогда сделаешь? Короче, пацаны, такая тема. Китайцы уже изобрели первых андроидов и вовсю внедряют их в систему. Одного из таких даже на камеру успели снять. Робот года. Все. Роботизированное будущее уже наступило. В натуре! Прикидываю, как он до своего рабочего места каждый день добирается. Убей всех людей. Убей всех людей. Ты должен убить всех людей. Уверен, если показать это видео Boston Dynamics, они там все обосрутся. Как живой, но, сука, не живой! А Джеймс Кэмерон наверняка уже все локти сгрыз, понимая, что не того человека на главную роль позвал. И восстали машины из пепла ядерного огня. Но если по чесноку, по-моему, чувак уже давно умер внутри, но все равно продолжает работу. Потому как знаешь, что начальство в прямом эфире каждое его движение палит. Это я не знаю, что это. Это что? Вон там, что это вообще? Ну, либо челик перед выходом на работу не те таблетки захавал. И если его сейчас резко со стула поднять, то вся роботизация пойдет по пи***ми наркотиками. Люди всегда стремятся помочь животным, попавшим в беду. Но некоторые звери в подобных услугах не нуждаются. Настоящий олень. Но как могло быть иначе? Это же олень. Его надо было в лес на 5 километров вглубь и возить, а не ожидать блеска интеллекта. Вы только представьте себе душевное состояние людей, которые этого Бэмби полночи из решетки вытаскивали. Хотя оленчика можно понять. Во-первых, он пребывал в дичайшем относительно своего положения, когда с него эту плащ-палатку скинули. Короче, шел оттуда... Подожди, откуда вам? Во-вторых, какого никто не подумал выключить фары? Светишь, лампу бери. Разумеется, наловив гору зайцев, копытный предпринял единственное разумное действие. За свободу! Если обычные хобби вам кажутся слишком пресными и скучными, то попробуйте метание топора. Блондинка и томагавк. Серьезно? Какой положил резиновый коврик под мишень? Типа решили сократить количество посетителей? Но, к сожалению, данная бабенка явно вкачала все свои скиллпоинты на увороты. А вот с меткостью беда. Ей бы лучше другим наукам поучиться, прежде чем за топорик браться. Кругляшками накрошила, водой залила. Особенно я угарнул с реакцией проходившего мимо парниши. Мама мия! Сука, да он теперь должен подгон всем богам мира устроить. Ибо ему как повезло, что эта дама хотя бы в стену попала. А то я знаю одного мужичка, которому повезло чуть меньше. Некоторые люди настолько бесят, что прям даже с ними находиться рядом не хочется. Но вот этот чувак перешел все границы. Ловля на живца. Vai ter que entrar mais, entra mais. Entra dentro da água. Ai, 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 que protege a cara, pai.
Фигура! У них там караси в лужах водятся. Да! Сука! Не клюет! Я сперва вообще подумал, что они у него из жопы десантируются. Но когда полезли остальные, я все-таки подумал, что это попытка самообороны. И почему они так психанули-то? От мужика что, воняет? Ты что, обосрался, что ли? Такое ощущение, будто он там газовое джакузи учудил. Я проснулся в 4 часа утра и срал, а потом спал. И что? Лень – полезная штука. Благодаря ей у нас появились чайные пакетики и шаурма. А еще вот этот залипательный видос. Пешеход года. Фига он доминошку захреначил. Да там забор до самой китайской стены развалился. А может, и вместе с ней. Ну дойди же ты до перехода или подтянись повыше. У тебя руки, смотри, какие длинные, падла. Но нет. Не лезь, дебил, сука. Особенно умиляет, как он затем реконструкционные работы провести пытается. А затем бросает все. Типа, ну его в... Так и шо, а кто не имеет права гахнуть? В этой жизни, правильно? Если вы хотели знать, как на свет появляются алкаши, то приготовьтесь. Сейчас случится небольшое чудо. Рождение легенды. Вот так оно и происходит. Кто-то из капусты, кто-то от аиста, а этот уважаемый из УАЗика. Я родился. Самое угарное, что менты ни хрена не заметили и дальше поехали. Но почему они не задетектили пропажу столь ценного груза? Стой, пацаны! Потеряли дружка. А все потому, что не друг он им. Были бы они настоящими друзьями, то вспомнили бы и позаботились. Как вы были задержаны? Блестяще. Технически все это выглядит как самый дерзкий побег за всю историю человечества. Я свободен! Я даже не ожидал, что он сейчас маневры выписывать начнет. Но вообще, сдается мне, подобный поворот вообще не был в планах нашего бомжика. Он так больно на жопу шлепнулся и обиженно смотрел вслед уезжающей буханочке, будто у него были планы на ночлежку этой ночью. Короче, я бы на месте ментов не очковал и ехал дальше со спокойной душой. Ибо совершенно ясно, что мужик за чекушкой просто ломанулся и сейчас сам в отделение притопает. Если вы настоящий любитель, как следует пожарить мясца на свежем воздухе, и вы забыли вовремя рассчитать время прилива, то следующий видос про вас. Морской шашлычник. Видимо, у кого-то сегодня ужин будет немного позже, чем планировалось. И, возможно, не такой горячий, как хотелось. Давай по новой, Миша, все. Да чего они вообще туда приперлись? Ветер дует, мокро. Могли бы поуютнее местечко для таких дел найти. Не получилось, не фартануло. Видно, что эти парни умеют красиво отдохнуть. Да и, скорее всего, они просто певчанским накидались, вот и решили, что прям там заделать. Пиве, твоя сила,
и мудрость. Надеюсь, этим парням удастся в ближайшее время похавать. И они не охренеют там с дикой голодухи. Давай мясо! Давай мясо! Пожарить места с друзьями на природе – дело хорошее. Но и о правилах отдыха тоже забывать не стоит, поэтому... Эй, ступид, не надо мусорить! Волосок в кружке может... как выбесить. А что с вами произойдет после следующего видоса, я даже представить боюсь. Блохастый капучино. Скотина. Вот только прикиньте, отвернулся, а у тебя уже мохнатая жопа вместо кофе. Ну вылезай, сука, я ж тебя в покое не оставлю. Да она задолбала ушастому хату шатать. Не, ну я могу допустить, что это какой-то способ крольчачьей фитнес-подготовки. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Но сдается мне этому мохнатушу подобное потрясение совсем не в кайф. Не удивлюсь, если его усатым к одной кружке приклеили. И сегодня мы с вами поговорим об эпиляции усов. Выбирать кому-то подарок на днюху – та еще дрочь. Но чуваки из следующего видоса заморочились по-особенному. Сбежавший презент. Вы поняли? Эти гении привязали подарок к воздушному шарику, а тот внезапно взял и улетел. Давай, до свидания. Не, ну можно заявить, мол, девка тот еще тормоз. Но давайте признаемся, каждый из нас на ее месте точно так же бы обосрался. Ой, сука! Сам стой, сука! У тебя есть дома ружье? Есть! Неси его скорее! Эх, ну кто же, как не друзья, поднимет тебе праздничное настроение и лишний раз напомнит, какой же ты криворукий... Кстати, мне вообще кажется, что никаким подарком там не пахло. И к шарику тупо была привязана пара тетрадных листов. Друзей просто жаба душила бабло на подарок тратить. Вот они и решили организовать такой западлос. Ура! Заработало! Ну а если уж там и были какие-нибудь билеты, то наверняка они кому-нибудь более рукастому достались. Марк! Марк, this is for you! Рыба на рыбалке – это как зарплата в пятничный вечер. Стоит отвлечься лишь на мгновение, и последствия могут быть крайне некрасивыми. Озерный рэкет. Ну все, теперь это его рыба. Я б***ю твою рыбу, дурак твоей рыбой. Все, да, показал. Камера сняла. Хотя с ней с рыбой, сачок жалко. Неужели на борту не нашлось никого, кто смог бы показать этой тварине, кто тут главный? На, сука! Хотя, возможно, это и правильно. Морячки бывалые понимают, что произойдет, если на этого ихтиандра залупаться. Да он на борт подымется и, собственно, ласно им пропишет. Ну ладно, грустное видео. Но я думаю, мужикам не стоит расстраиваться, ведь их лучший улов впереди. Главное, чтобы они во Флориду с горя рыбачить не отправились. Pressure, keep pressure. Run, 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 run! Run, Daniel, run! Run! Run, Daniel! Если вы вчера залетели к друзьям и дико набухались, а с утра, когда вышли на балкон свежим воздухом подышать и увидели 15-метрового минотавра, не пугайтесь. Это не галлюцинации. Это просто парад во французском городе Тулуза. Тулуза года.
Надеюсь, всех местных жителей предупредили о подобной движухе? А то это же вообще охренеть можно, если такого здоровяка на улице встретишь. Не, ну все видел такого, такое первый раз. Чуваки, которые собрали эту дико крутую хрень, вообще красавцы. Такие темы можно смело и на вооружение ставить. Это вообще снимать-то можно было? Хреновина настолько крутая, что дело попахивает секретной разработкой. Я заснял! Меня, кстати, момент один в самом начале порадовал. Когда он выпускает дым, вся эта конструкция смотрится максимально эпично. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. На самом деле можно долго гадать, что это и куда оно идет, но точно ясно одно. Это просто самое стандартное и банальное... Магия рептилий. Ну что ж, дамы и господа, спасибо вам большое за просмотр. Впереди вас ждет охренительный музыкальный номер. Это был Плюс 100-500. Меня зовут Максим. Пока.